здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы с вами продолжим играть в великолепнейшие Кэтсы! и, ребята, серии мы с этим что мы проходили чемпионат, и, ребята, я перешел, наконец-то, на 23-й этап, благодаря тому, что просто удержался на позиции, и меня перекинул в итоге на 4 звезду, то есть 23-й уровень чемпионата, и мы уже почти дошли до арены, ура! Да, осталось совсем немножко, будет 5 карбоновых звезд, а после этого я попытаюсь сделать более мощный танк, который будут сражаться прям люто 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 скажу я вам. Ну да ладно, ребята, а прежде чем продолжить, не забывайте поставить лайк. Чем больше лайков, тем больше роликов по Кэтсу. По крайней мере, сейчас я стараюсь каждый день ролик по Кэтсу выпускать, потому что вы поддержите его лойсами. И чем больше лойсов, тем серии чаще, понятное дело, будет выходить. Ну и прежде чем продолжим, немножко рекламы. Спасибо, что ее смотрите, вы мне этим очень помогаете. И кстати, ребята, прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать про другую крутую игру. Танки X это бесплатная мультиплеерная игра, где вам предстоит создавать свои танки. В игре огромное количество танков, орудий, прокачек и режимов игры. Каждый матч ты будешь становиться сильнее. Сражайся с противниками или зови друзей, и уничтожайте всех и вся. Игрушка, кстати, весьма с хорошим графоном. И при этом она хорошо оптимизирована. В общем, ссылка в описании. Рекомендую поиграть. Итак, ребята, в общем-то, еще в предыдущей серии мы получили, наконец-то, легендарную пилу, которая у нас для лунохода, и благодаря которой мы, можно сказать, все это дело и прошли. Надеюсь, что она мне поможет пройти этот этап, но это, наверное, не точно. Но самое главное, мне выбить какой-нибудь а, корпус лунохода, который будет прямо сверхлютый, чтобы прям, знаете, у меня было бы а, где-нибудь 300-400 тысяч хп и по идее это вполне себе реально, потому что на этот корпус такое можно организовать благодаря всем этим легендарным нашим колесикам и другим всяким приколам. И пили вот этой вот самой классной, да Про пилу я не забуду Блин, пила это просто, знаете, спасение было Я такой уже сижу, думаю, блин, ну уже ничего особо нам интересного такого Наверное, не упадет И внезапно такая, бам, тебе пилу даю для Лунохода легендарную И еще на 100% к здоровью Даже лучше, наверное, к здоровью, чем к атаке, наверное Хотя фиг его знает, если бы на атаку выпало Я бы, наверное, тоже обрадовался И, господи, четвертая звезда, что-то какая-то совсем жестокая Смотрите, прям как мы все с всеми сражаемся Но нам неплохо так наваливают, я скажу Поэтому пока что у меня только одна победа. Блин, из семи боев, ё-моё. Походу придется не слабо так бустить себе хп или атаку, или пытаться выбить все таки себе карбоновый корпус, карбоновый луноход. Нормальный карбоновый луноход, имею в виду. У меня и так карбоновый луноход, но у меня он всего на одну звезду. А сейчас надо как минимум на 4 или на 3 выбить, и тогда будет просто 10 из 10. А если еще и будет эпический или легендарный корпус, так там вообще просто космос. А, есть еще бонус к циркуляркам, например, или к здоровью от колеса например, тоже было бы неплохо. Хотя не лучше к циркуляркам был бы бонус. От корпуса было бы просто 10 из 10. Господи, я два боя выиграл, ё-моё. А, может, и этот хоть выиграю? Хотя бы три боя я бы выиграл, а? Нет? Всего два? М -м -м, как хорошо мы с вами посражались сегодня. Ну ладно, в общем-то, понятно, что здесь уже враги лютые. Это все таки четвертая звезда Карбона. Там уже самые-самые опасные, а потом самые-самые-самые опасные. Они уже на пятой звезде Карбона находятся, поэтому... Да, ладно, пойдемте попробуем открыть гигантский ящик. Может быть, мне повезет на нормальный лунный ход. Кто его знает? А если повезет, будет просто невероятно здорово. Ну, это такое, знаете. Повезет ли или нет, пирамиду видел, валун вижу, проныру вижу, пока что... А, вот луноход какой-то был. А, на какие крепления и сколько звезд я быстренько пролистал? Опа. Хм. А крепления, слушайте, неплохие довольно, так-то. Ну, блин, всего на две звезды, а какой у него бонус, интересно, подождите, надо посмотреть, что за эпический бонус нам тогда выпал. А так, корпуса у меня, и ход на самом-самом-самом дальнем углу, ё-моё, блин. А, да, продам детали обязательно к следующей серии, надеюсь, что я продам. Или к марафону продам, не знаю, в общем, посмотрим. Ну, в любом случае, я от них избавлюсь, куда их девать. А, просто я очень много кейсов открываю, и они сверхбыстро копятся. Когда я детали продаю очень массово, у меня начинает жутко лагать. И приходится, этот процесс очень сильно затягивается, из-за чего я такой, э, э, может, потом. И в итоге потом об этом сам жалею, то что, блин, надо было все-таки продать. Зря я поленился. Так, я надеюсь, сейчас корпус не поменял. Так, Фуф, не поменял. Так. И вот такой вот для скутеров. 40 тысяч здоровья будет, получается, со всеми бонусами, но уже неплохо прибавится. Крепления неплохие, но... Нет, не то, что бы я на самом деле хотел. Давайте еще один контейнер попробуем открыть. Может быть, мне все-таки повезет на луноход. Какой-нибудь, который я хочу. Было бы здорово, если бы мне повезло на луноход на 4 звезды, но это, знаете, это типа... Это, это, это предел мечтаний, наверное, в данный момент. Так, на 4 звезды 100 проныру мне дали, да? Так, ого! Луноход на 4 звезды все-таки дали. Ммм, неплохо. Только вот крепление это всего одно. Ну, давайте посмотрим, сколько хотя бы здоровья у этого корпуса. А, это тоже интересная тема, потому что... Тогда я смогу понять, насколько же все-таки стоит это делать. Так, где-где-где-где-где-где-где он? Чего мне откатилось все? Так, и у него 81 тысяча здоровья. Может быть, даже стоит попробовать. А давайте попробуем. Что, в принципе, нам а, стоит. Посмотрим, как, сколько хп мы в итоге получим. Мне кажется, что количество здоровья будет просто бешеное. Как мне кажется, нереальное какое-то. Фантастическое, можно рассказать. Потому что если так прикинуть, то здоровье должно быть там. Ну, тысяч 300, мне кажется, если докачать еще корпус сам. Поэтому сейчас попробуем, посмотрим. Будет, мне кажется, довольно круто. Плюс на него можно поставить а, реверс. Если у нас так много здоровья, то в принципе реверс тоже неплохо смотрится. Единственное, я переживаю, что у него как-то расположение колес очень странное. И может быть я нормально до земли не буду доставать. Вот что меня напрягает в данный момент. И чего я сейчас боюсь, скажем так. Так, ну господи, как у меня много деталей, ребята, как же много деталей. Да, обязательно в следующей серии все это продам. А, обещаю. Так, все, это одеваем сюда. Уже у нас получается 162 тысячи а, здоровья. Сейчас прикиньте, мы еще колеса накинем. И еще у нас есть а, импульсы, ковши и тому подобное, которое тоже будет давать нам определенный бонус. Скорее всего. Хотя, если я одену сейчас. Ну да, в принципе, если у нас одно крепление, на него поставить реверс, который у меня есть, то будет бонус. По урону неплохой и, наверное, даже а, будет по урону примерно как две пилы. Кстати, у меня ролик появился ведь на 4 звезды, что-то я не заметил его. Видите, у меня колесо вообще не стоит, получается, на полу. И я без понятия, насколько это сейчас повлияет вообще на ход боя и будем ли мы нормально сражаться с вами. Вот что вот меня пугает. Так, ну уже 273 тысячи здоровья, и это еще не докачанный сам корпус. Если я сейчас корпус докачаю, то будет что-то с чем-то. Это я, это я вам точно говорю. Так, а есть что-нибудь у меня какой-нибудь, даже. Вот на луноход есть? А, да, старенькая моя, моя вот эта вот прекрасная нитра. И теперь уже 304 тысячи. Есть, конечно, наш старый реверс, который вот такой вот есть клевый. А урон к циркулярке даст, но может быть, типа, мое количество здоровья меня и так спасет в бою. Фиг его знает, может быть, реально я и так справлюсь. Надо будет попробовать сейчас. И давайте тогда основной корпус докачаем. Чем мне можно ковшиками, наверное, даже пожертвовать? У меня не особо. У меня нет ковшиков, которые были бы клевые. Поэтому давайте их повливаем и у нас будет здоровье просто титаническое после этого, как мне кажется. Так, уже... уже Стоп, каждый, каждый... Ап, по 11 тысяч прибавляется, прикиньте. 11 тысяч, офигеть просто. А, здоровье нереальное. Пя, прикиньте, пятизвездочный тогда карбоновый нам корпус, и он просто будет сумасшедший тогда. Я даже не знаю... А, насколько будет он нереально дерзкий. А, насколько же он будет прекрасный у нас. Блин, я его хочу до, до самого максимума прокачать. Это корпус а, до 20, по-моему, уровня, или до какого там прокачивается. Все время забываю, до какого уровня прокачивается 4 звезды. По-моему, до 21. -го. Так, и тебя. А, можно посмотреть уже текущий тест, в принципе, и посмотреть, нормально ли будут колеса у нас работать. В принципе, с нитрой должно даже... До, плохие колеса даже будут работать нормально. И единственное, что будут вот такие моменты происходить, но, по идее, я хотя бы на месте стою. Так что его уничтожат бэкграундами. Может быть, даже это лучше, на самом деле, кто его знает. Ладно, сейчас будем смотреть. Если колес, колесо, ролик плохо будет себя показывать, мы поменяем на другое какое-нибудь Вот, единственное, я переживаю, что бой будет слишком долгий И он затянется до вот этого момента конкретно, да Не хватает урона у пилы, надо бы ее бустерами прокачать И тогда будет нормально Тем более, что эту пилу надо прокачивать бустерами По той причине, что она сам по себе очень даже слабая и Ее только прокачать можно через бустеры, так как это все-таки золотая пила, и мощнее ее прям не сделать, знаете? Прям такой лютый-лютый ее не сделать. Даже если бы я 100% урона, урона к ней добавил, то все равно было бы немножко не то. Да, колесо надо на этот корпус другое. Ставить ролик, конечно, прикольный. В случае того, если бы у нас был а, неподвижный танк, какой-нибудь лазерный, допустим, танк был бы, тогда бы да, с ним прокатило и было бы даже неплохо. Так, господи, как это страшно выглядело, он у меня прям так наехал. Ну, смотрите, боев я выиграл побольше. Это уже значит, что результат гораздо лучше, чем раньше. Поэтому давайте-ка сейчас мы что-нибудь нацепим, нацепим, нацепим интересного, и в следующий раз надо будет еще, наверное, корпус докачать по левелу. Но пока что проблема не в здоровье у нас, проблема у нас в уроне пока что складывается. Так, и у меня есть целая тонна бустеров на здоровье. Прикиньте, что можно вообще сейчас было бы сделать с ним. Так, луноход у нас наш, да, прекрасный. Угу. Так, колесо поменяем, только мы. А колесо какое бы поставить? Даже я не знаю, какое колесо. У меня есть какое то колесо на луноход? Я не помню на самом деле, есть ли у меня? У меня есть вот Такое колесо, но, но понятное дело. Хотя стоп, подождите, оно бы, было бы даже вполне себе неплохо, наверное, нет? А, нет, такое себе, все-таки минус 20 тысяч по -по посильнее чувствуется. А, так, 20 тысяч от этого колеса. Я бы какой-нибудь Бигфут поставил, на самом деле, но походу придется поставить липкий диск. А, он большой, здоровье сильно много не потеряем и вроде будем быстро ездить. Что есть важно для нас сейчас? И надо посмотреть на другие колеса, есть ли у меня какие-то колеса с хорошим бонусом Я просто не помню, есть ли что-то такое, что я не брал Просто до этого ролик приходилось ставить, а здесь а ролик на этом корпусе, я даже не знаю, стоит ли нам ставить Но я боюсь, что я опять позади себя попадать по противнику не буду Вот самая главная проблема лунохода в этом, по мне Так, ну давайте скорость проверим Жалко, тут нет тест-драйва, типа, знаете, взял такой, запустил и все сразу проверил Ага, еще меня перевернули, отлично Большое, большое колесо это и также и большие, блин, проблемы. Так, ну он меня просто <laughs> унес на ковши отсюда, говорит. Проваливай, проваливай отсюда. Так, ну вот вопрос, сейчас я буду доставать противника? Слушайте, достаю, вроде. Так, ну, все равно мне наваливают больше, потому что у меня все-таки атаки всего 26 тысяч. Это, сейчас такие цифры урона даже не котируются особо. Ну, знаете, если у нас сейчас стоит, хотя, может, и не стоит ставить реверс, фиг его знает. Я просто думаю, стоит ли ставить бонус с циркулярки на этот корпус. В принципе, этот корпус достаточно неплох, но есть свои, конечно, нюансы. А, так, для кометы у нас бонус, для ракетницы... Можно, конечно, поставить, посмотреть, как себя покажет вот это вот чудо, но что-то как-то вот сильно не верю. Ну, конечно, 10 тысяч урона все-таки прибавится из ничего, но вот насчет того, что я буду назад откатываться, может, конечно, с моим количеством здоровья это будет нормально. Ну, фиг его знает, я как-то не сильно в это верю. Ну, ладно, давайте попробуем. Все-таки на противника я сейчас быстро накатываюсь. Может быть, даже это как-то и поможет мне. О, ну я переворачиваюсь тогда. Снова. Ну, 10 тысяч урона чувствуется хотя бы, и видно, что я выиграю этого Бена в этот раз. А, нормально, ладно, окей. Пока что хорошо. Да, даже если я переворачиваюсь, даже в принципе неплохо. А вот этот товарищ очень сильный по атаке, и он реально для меня проблема. Единственное, что мне не нравится, что танк все-таки переворачивается. Если бы он не переворачивался, было бы гораздо лучше. Это проблема. Большая даже проблема, я бы сказал. Как не убрать? то, чтобы он переворачивался, я даже не знаю. Ну, 10 тысяч урона влияют. Типа сразу видно, что я побеждаю тех противников, которых не мог победить. Так, и колесо вот было бы поменьше, блин. Может, какой-нибудь шкив поставить вместо такого огромного колеса? Может, просто зад... К как будто бы, знаете, по-моему, из-за того, что колесо заднее больше, чем то, которое у меня есть, поэтому оно как бы сильнее, быстрее едет, и получается, что переворачивается у нас танк. Поэтому давайте поставлю колесо поменьше. Возможно, это как-то меня спасет. А, возможно, нет, но попробовать-то стоит определенно. Вот такой вот диск поставим, абсолютно одинаковые колеса. Может быть, теперь это спасет нас от какого-либо переворота. М -м -м. Давай. Оп. Ну да, это просто откинуло меня назад, и мне это нравится. Что нас это не перевернуло в итоге? Это круто. Потому что теперь могу нормально драться с противником и обратно вернуться, да? Да, и мне нравится эта пила тем, что она все-таки достает до противника, который стоит позади меня. И это меня тоже не слабо так выручает. Но проблема в том, что надо все-таки побольше здоровья, либо побольше атаки тапать, и тогда мы перейдем в пятую звезду уже. Но в целом результат мне нравится, что мы потихоньку прогрессируем, поэтому пятый карбон, в принципе, у нас уже будет довольно скоро, я думаю. Остается только разобраться с уроном. М -м -м -м, либо со здоровьем. Здоровье на самом деле проще, вопрос со здоровьем гораздо проще решить, но я говорю, что я хочу придержать усилители здоровья до а, карбонового корпуса где-нибудь пятой звезды, потому что я хочу попробовать на карбоне сделать чуть ли не самый мощный танк а, в плане атаки, здоровья и всего остального. О, это вообще меня не пробивает. Блин, ой, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, началось это, ладно, хотя бы его карта убьет. Блин, целая вечность понадобится с таким уроном, чтобы меня пробить Так, этого мы уже убивали, у него хп мало И сколько побед я в итоге вытащу? Насколько я стал сильнее? Так, а здесь меня до этого картой убивало Сейчас меня не убьет картой, да, я последний удар ему нанесу раньше Так, 7 побед Ну, в целом, значит, все хорошо Пока что двигаемся в верном направлении И это здорово, это то, что и надо, я бы сказал Так, а тебя я убивал? Убивал, да Звездочку я у тебя забрал, медальку точнее. Ну что, получается я сколько раз проиграю? Пьер. М -м, Пьер, не убивай меня, блин. Урона не хватило. И Джей. В общем, 10 побед, наверное, да? Если я сейчас и этого не проиграю. Нет, мы не проиграем В общем, 10 побед Примерно, что я думаю, что надо бы еще урона добавить И тогда мы, наверное, вытащим О, кто-то перескочил в следующую лигу Но, думаю, что узнаем об этом уже в следующей серии Поэтому, ребята, не забудьте ставить лайки Больше лайков, больше роликов по Кэтсу будет выходить и дальше Поэтому поддерживайте Лойсом, если вам нравится эта игрушка Также не забудьте подписаться на канал, если вам все нравится И также, ребята, нажмите на колокольчик, если подписались чтобы не пропускать видос и также, ребята, еще у меня есть в описании ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, стрим канал мой. Туда можете тоже подписаться. А на этом все. Сейчас будет рекламка игрушки Танки X. Если вам нечем заняться, можете поиграться в эту игрушку. Она от создателей танки онлайн. То есть это танки онлайн с новой графикой и с некоторыми своими новыми фишками. А игрушка абсолютно бесплатная, ничего от вас не требует, поэтому можете поиграться, если вам, говорю, нечем заняться или же нету э, нет денег в данный момент. Можете просто поиграться в эту игрушку, например. Ладно, в общем, на этом все. Всем удачи, всем пока! И, кстати, ребята, прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать про другую крутую игру. Танки X. Это бесплатная мультиплеерная игра, где вам предстоит создавать свои танки. В игре огромное количество танков, орудий, прокачек и режимов игры. Каждый матч ты будешь становиться сильнее. Сражайся с противниками или зови друзей, уничтожайте всех и вся. Игрушка, кстати, весьма с хорошим графоном. И при этом она хорошо оптимизирована. В общем, ссылка в описании. Рекомендую поиграть.